В России закончились новогодние каникулы. Праздники в этом году проходили в необычном формате. Не было детских утренников, новогодних елок, не было шумных компаний и корпоративов. Однако, судя по соцсетям, все остались новогодними каникулами довольны. Рады ли все теперь выйти на работу и сложно ли дается вхождение в новый рабочий ритм? Прекрасный выход на работу. Я работала все выходные, поэтому я не могу сказать то, что я не работала в празднике. Но, конечно, празднование Нового года было не так, как в обычные года, так как все кафе были закрыты, и, в принципе, празднование осталось только на дом, скажем так. Зато весело с друзьями, с родителями, с семьей. Мне кажется, в этом году даже стало больше теплоты, семейного уюта, потому что, вот как сказала Таня, кафе закрыты. А так замечательно. С друзьями на каток, на лыжи, на горки. Поэтому все легко. На работу выходить как? Я не работаю. Нет, у меня свободный график работы, поэтому так же. В принципе, нет, я и работал в праздничные дни. Вот. Так, Новый год прошел нормально. Маленькие дети маленько посидели и спать легли. Как вообще вот выход на работу после 10 дней каникул? Замечательно. Сегодня вот выходной. Вот специально сделали нам сегодня выходной. Ну, Новый год мы отметили в тихом семейном кругу. На работу не собираемся, так как в декрете находимся. А сегодня у нас день рождения, к тому же малыша, еще 3 годика ему. Поэтому у нас такие семейные теплые каникулы, скажем так. Все отлично. Я вышел 4-го на работу, то есть у меня короткие выходные были. Вот. Так, отлично отметили. Дома, в семейном кругу. Вот. Из-за пандемии. Никаких таких массовых гуляний не было же. Какие-то неудобства мы испытывали, потому что, понятное дело, что в более ущемленном кругу в каком-то мы встречали. Понятно, что не со всеми родственниками, с детьми не смогли встретиться, поскольку не смогли приехать из других городов, конечно. Но, в общем-то, ничего праздник-то не испортило. Настроение хорошее. Ну, потому что окружают люди хорошие. Погода, он, да, видите, какая? Погода какую, прекрасная. Да, это ж как в сказке. Ну, отпраздновали прекрасно. Конечно же, дома, с семьей. В рабочий ритм вернулся муж. Все в порядке, все хорошо. Конечно, соблюдаем меры предосторожности. Новый год в домашнем кругу, с семьей. А работа, я уже давно не работаю. Внучка у меня есть, я вот за ней пришла в школу. Все нормально, господи, какая разница. Главное, что мы живы-здоровы, правда? Приятно, наконец-то, вырваться из семейного круга. Немножко для разнообразия пообщаться с коллегами и с другими людьми. А Новый год мы отметили, как я уже сказала, в семейном кругу. Гуляли с детьми, с собакой. Ну, как-то так, по-домашнему.